Всем привет! На связи канал Зак Портал. Как всегда, в раннее утро я врываюсь на связь. Сегодня геймплей, скорее всего, не получится записать из-за вот такой погоды, как вы можете видеть. В Киеве сейчас дождливо. И придется мне по дороге вот такой вложик записать. Сейчас я иду, как всегда, нету света. Вот вы можете видеть, работает генератор. Как всегда, нету света. И я бегаю с портфелем, кило в портфеле, бегаю по Барсе. Только по Киеву, по районам бегаю. Короче, сейчас выхожу на съемку по экспериментам. Как вы знаете, мой второй канал. Как вы знаете, мой второй канал по экспериментам. Вот выхожу я снимать на него сейчас под таким маленьким дождиком будем снимать. Дальше я еду в офис, где уже у меня будет стабильный интернет, стабильная связь. Если получится, то даже сегодня успею серию вам заснять, если получится. И в итоге у меня сейчас с завтрашнего дня я уже буду ездить в новый офис, где у меня будет стабильный интернет, соответственно, стабильно будут выходить видео, серии, сюжетки будем продолжать снимать, как и снимали. И что еще нового рассказать? Нового особо ничего нету. Все, в принципе, как всегда. Вчера работал, сегодня работал. Послезавтра тоже буду работать. И через неделю, и через месяц буду тоже работать. Ничего нового нету. И через год будем работать. И через два, и через три будем работать. Пока что только такие прогнозы. На самом деле, хорошие прогнозы. Так. Что еще из нового? Из нового, скоро я буду машину покупать. Где-то в середине декабря уже выбираю машину. Думаю, первую машину купить порядка там 20 тысяч долларов плюс-минус. Рассматриваю варианты BMW 3. BMW 3, либо 5, либо 3 в M-луке. Там она порядка 20 стоит. Есть тачки даже с LED-панелью. Она там, ну, года 16-го, 15-го. Ну, есть разные, да? Есть LED-панель, что мне пердец как нравится. Да, но это уже ближе, ну, вот можно сказать, уже через месяц. Как бы я уже буду не пешком херачить с залепанной камерой. Но как бы чувствовать себя нормально. Так, сейчас вам кормушки еще покажу.